The training session number 7. The main exercise. It's a jerk. Before 50%, we'll do front squat with the jerk up to 50%. 50 and more percent, only jerk. For the warm-up, we're going to do elbows rotation plus front squat. Press with the PVC, standing press or squat press. And number 3, split map jerk, if you do jerk, split jerk. Easy. Ну что, последняя тренировка на этом кемпе. Сейчас мы выжмем все соки с ним. Dominic, where is the pain? In the shoulder or in the knee? Как всегда получается, что в тренировочном процессе никуда без растяжений. Одна из наших девчонок, скорее всего, потянула связку, а может даже это и мениск, непонятно еще. When I go up, it hurts here and then. But it's when you squat at the end of the moment, yeah? When you squat here, it's okay. Yes, here is. Она не может выполнять полное движение, делает только полупоседы. Сейчас посмотрим, если это нормально, делать полупосед. Она хочет продолжать, она хочет делать толчок со стоек. Если все же будут болеть, то мы, наверное, скорее всего, поделаем тягу и возьмем небольшой отдых, потому что непонятно что, и до момента МРТ лучше ничего не делать. Try to do a few sets of push press. Why? Because for the push press you need to sit, you need to stand up, so we will see is it okay or is it pain. If it will be okay, we'll do jerk without front squat. This movement, it's okay, yeah? But when you squat deeper... How do you feel? I can't press, like, I can't say, like, do jerk. I think I... Stop? No, maybe it's a smart idea, so, to stop. And to see how it will be in a few days. Помните из ранних выпусков, я уже говорил, что Ахмед приехал к нам на кемп, и он получил травму за месяц до кемпа. У него были потянуты паховые кольца, соответственно, ему было тяжело очень делать упражнения с полной амплитудой. Ему было тяжело садиться в сет, поэтому в основном он делал приседания на стул, делал очень много приседаний в ножницах, растяжек, и, в принципе, мы не давали ничего глубже, чем полуподсед. И вот, в принципе, уже через 2 недели, вот видите, под конец, он сегодня уже делал рывок в полный сет и уже нормально толкает. Поэтому, в принципе, спрогрессировал. Just a little bit more stability here. Core should be tight. When you catch. Советую Вове не то чтобы переходить, я просто ему говорю о том, что у него толчок швунгом, стилем швунг получается лучше, чем толчок в ножнице. Опять же, это выбор каждого. Нельзя сказать, что что-то лучше, что-то хуже, но у него идет большой завал на переднюю ногу, и из-за этого он теряет равновесие, что в принципе исключится при толчке в швунг. Good. If
you want, yeah, but just one. One rep. Вот, Марселла у нас уже практически подходит к 100%. Лучше у нее 61, сейчас идет на 60. Плюс 1 килограммчик есть. Сейчас загоняем ее выше. Дроп. На последней тренировке все ребята хотят выложиться на все 100. Do you want to go up? Это, конечно, хорошо, но иногда приходится их немножко сдерживать, чтобы не переразродиться и не получить травм. I recommend to make a few more sets and to done. Look. One more time. But try to make it deep and drive faster. What I mean? Try to do short dip. Mm-hmm. Why? Because you do it so slow and you lose the power at the bottom. Mm-hmm. You have not enough power to stand up. Mm-hmm. So that's why I try to use the acceleration of the bar and to make like like India. Use the oscillation. If not, it will be difficult to stand up. It will be short, strong movement. Core should be tight. From the first one. Of course, when you do two times deep and drive, it's recharge your legs. Core tight. Oh, yep. Очень хорошо. У Самира немного, опять же, он когда приехал, он говорил, что у него только проблемы с рывком, но оказались, что у него еще и проблемы с толчком от груди. И в принципе, за те 2 недели, что можно было, мы сделали, мы поставили движение. Но как мы понимаем прекрасно, что для того, чтобы перенести его на большой вес, нужно взять время. Поэтому иногда у него как бы через раз, бывает делать 2 раза, допустим, там 70-80%. Один раз получается хорошо, другой получается абсолютно плохо. То есть абсолютно 2 разные планеты. Вот сейчас получилось хорошо. It's good, but with the wall, this one. Nice.
advices of the coaches that has helped me to reach a PR. So again, I'm really happy and overwhelmed and emotional at the same time. But it seems that these 2 weeks has paid off. So I'm happy about it. Ну что, ребят, подытожим. За двухнедельный кемп у нас порядка 18 персональных рекордов. 6 ребят из 10 подняли свое лучшее. И один парень вышел на 100% результаты, которые, в принципе, он поднимал и раньше. В принципе, я считаю, неплохой результат, учитывая того, что первую неделю мы проработали только на технику. Надеюсь, что вам эта подборка видео понравилась. Она пригодится в ваших тренировках. И пишите свои комментарии, и мы будем экспериментировать дальше. Пока! Держи! Все, кидай! Правда, на селяку, но ничего. Ничего. Нормально.